Завершилось празднование красочным концертом с участием звезд эстрады. Атмосфера праздника и любовь к родине сплотили многих алматинцев и гостей города на площади Абая. По их словам, праздник прошел на высшем уровне. Сегодня у меня отличное настроение. Сегодня выступал трибьют Арай с классной песней «Воспоминания». Мне очень все понравилось. Все очень классно. Вообще, я радостна, вообще, что пришла сюда. Настроение отличное. Мы с семьей сегодня пришли. Наверх поднимали закат, смотрели. Мы на самом деле здесь проездом. И вот видим что-то ваше народное, национальное. Очень интересно. Трогает очень сильно за душу. Красиво. Это наша гордость. Праздничное настроение. С праздником всех. Пусть ценят, пусть гордятся. Это во-первых. Во-вторых, пусть всегда у нас процветает такой мир. Все-таки люди веселые, народу много. Музыка прекрасная. Настроение очень высокое. А казахстанские артисты, в свою очередь, отметили, что радовать публику в такой праздник – это большая честь. И в этот день всех присутствующих объединил не зрелищный концерт, а чувство истинного патриотизма. Это не просто лайв-концерт алматинских групп. Это день символов, государственных символов Республики Казахстан. Поэтому это большая ответственность. Тем не менее, когда мы исполняли песню «Атамекен», и когда площадь пела вместе с нами, вот это было то самое чувство не плакатного патриотизма, а действительно чего-то, что внутри. Любви к родине, любви к своей земле, к своему народу.